Подписчики моего канала и партнеры. Сегодня хочу рассказать о такой функции на канале YouTube, как добавление аннотации. Чем она полезна и как мы ей можем воспользоваться. Вот мы загрузили новое видео, вот буквально только что. То есть вот когда вы зашли на свой канал, загрузив новое видео, вот. Есть в самом верху такая функция «Менеджер видео». Нажимаем на «Менеджер видео». Тут долго грузится у нас. Вот. Загрузилось. То есть мы попали в такую закладочку «Менеджер видео». Вот видео. Вот это видео у нас только загрузилось. Нажимаем «Изменить». И вверху вот у нас есть такая закладочка аннотации. Нажимаем аннотации. Выключаем, то есть вот у нас видео. И делаем аннотацию. Нам надо вот в конце секунд мы будем делать аннотацию, чтобы такое... кликабельная была ссылочка подпишись, то есть на наш канал. Вот у нас 6, где-то 50 секунд, на 6 ставим, на 6 минут, и до 6.52, 50 секунд в самом конце у нас будет эта аннотация идти. Вот мы поставили на 6 минут, аннотация, добавить аннотацию, выноска. Так, вот выноски мы, цвет у нас белый, ее плохо видно вот здесь. То есть меняем цвет на такой вот малиновый. Сразу вот она у нас видна. И шрифт ставим беленький, чтобы красиво было. И вот здесь пишем слово, какое мы хотим, допустим. То есть мы хотим призыв сделать к действию на нашем канале в конце, чтобы люди подписывались. Вот у нас такая ссылочка получилась, максимальный шрифт 28. Берем эту ссылочку и ставим вот сюда, вправо, в нижнем уголку. Вот за 50 секунд у нас вот эта ссылочка появится на экране, как призыв к действию. А чтобы еще нажав на нее, наши подписчики и клиенты попадали на наш канал, мы идем дальше, как это сделать. То есть вот мы сюда установили. Дальше мы делаем ссылочка. Выбираем здесь закладочку подписаться. И вот в это вот окошечко вставляем ссылочку нашего канала. Где ее взять? Опять же нажимаем на нашу фотографию. Открываем новую вкладочку. Идем на эту вкладочку. Грузится долго. Так, что-то не то открылось. Еще раз пробуем. Творческая студия. Фотография открыта. И открываем. Вот, открылся наш канал. Мы идем на главную страницу нашего канала. Вот главная. А, нет, это главное вообще. Мы идем в мой канал. Мой канал. И главное. Мой канал, главное. Вот берем здесь ссылочку. Копируем, это закрываем, так, а что-то у нас все сбилось, а вот оно у нас есть, закладок много сделал, выбрать, вот, и вот сюда вставляем эту ссылочку,
ставили, видите, вот она у нас стала кликабельна. И последнее, применить. Все, нажали. И здесь вот, вот сюда нажать надо и стрелочкой вытянуть до конца. Вот, что у нас действует с 6 до 6.50. Еще раз применить. Потому что исправление сделали. Все, применить. Все, мы сделали. Теперь можем проверить. То есть идем в свой канал. Мой канал. Берем, как добавить. Нажимаем вот это видео. Вот оно у нас новенькое. Начало работать. Лайкаем. И чтобы проверить, вот мы берем просто вот до конца, вот до 6 минут доводим. Вот, видите, появляется там. Ну, вот, пускай там где-то вот за несколько. Вот так, 10 секунд. Сейчас начнет, чтобы продемонстрировать. Подпишись. Если мы... Вот нас перебрасывает на наш канал, когда мы нажимаем на эту кнопочку. Всего доброго. Спасибо за внимание. Рад был оказаться полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следите за полезностями. Всего доброго. Пока.